20 по 22 июня в Москве в легкоатлетическо-футбольном комплексе Центрального спортивного клуба армии проходили очередные, уже пятые по счету, всемирные детские игры победителей. Именно так называются спортивные состязания для детей, перенесших онкологические заболевания. Организатором игр выступает благотворительный фонд «Подари жизнь», одним из соучредителей которого является народная артистка России Чулпан Хаматова. Значит, так, вы уже доказали, что вы самые настоящие борцы, вы самые настоящие победители, вы уже справились со своей трудностью основной. Спасибо, что вы приехали. Спасибо огромное! Спасибо! Мы очень рады, Саша, что церемонию открытия ведешь с нами ты. Настоящая, пренастоящая, самая звездная звезда. Ура! Александр Рева! Спасибо! Спасибо, Чулпан. Три дня юные участники из 14 стран мира соревновались в силе, скорости, ловкости и сообразительности. Игры победителей – это праздник тех, кто уже одержал свою главную и самую важную победу – победу над болезнью. Соревнования призваны поддержать ребят, помочь им вернуться к той полноценной, активной и радостной жизни, которую они знали до болезни. Многие ребята нашли здесь новых друзей, ведь детские сердца всегда открыты добру и свету. За годы существования игры доказали, что спорт способен вернуть детям ощущение смысла и многообразия жизни, а азарт и дух соперничества помогают зарядить ребят силой, смелостью и отвагой, которые так нужны после болезни. На играх победителей разыгрываются самые настоящие комплекты наград, но проигравших здесь нет, ведь каждый участник игр – победитель.